Да, у философа очень так все емко сказал. Но надеюсь, что это, по крайней мере, мы зафиксируем на видео. То есть это, в общем, на самом деле, это хорошее такое завершение для концерта, но сейчас будет такой эпилог. Я вот очень люблю в интернете, не люблю смайлики. Для себя нашел такой вот мой личный почерк в интернете и всегда ставлю троеточие. Мне очень нравится это сочетание трех точек, поэтому сейчас будет такой троеточие в конце после Павла. Поскольку то, что он сказал, еще долго обдумывать. Но мне кажется, это очень хороший, да, вот, финал для нашего концерта, а я сейчас просто троеточие изображу. Потому что даже вот то, что сейчас хочу протроечировать, оно иллюстрирует то, что и Павел сказал, но и вообще все, что сегодня прозвучало, и песни Алексея Ларина, и Юлии Тимченко, тоже это все иллюстрирует. Вот. А еще хотел сказать, что для меня хорошая песня, короткая песня. Вот некоторые умеют это делать, как Павел Федосов, Алексей Воронин. Я это делать не умею. Поэтому есть у меня одна самая короткая песня, я сейчас ее спою. Она мне именно этим не нравится. На осенне. Самая моя короткая песня на данный момент.